Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Hyundai iX35 2014 года выпуска. На этом автомобиле мы заменим масло в раздатке и масло в заднем редукторе, в редукторе заднего моста. Для этого поднимаем автомобиль, сливаем масло и заливаем новое. Откручиваем пробочку с редуктора заднего моста. Пробка здесь на 24. Ставим тазик. Масло чистенькое, пробег 60 тысяч. Сливаем. Откручиваем заливную пробку. Здесь вот сзаду есть отверстие, вот это вот в подрамнике. Через него как раз удобно, вот видно, добраться до заливной пробки. Через это же отверстие будем и шприцом заливать масло. Масло будем использовать оригинальное. Сейчас его покажу. Вот такое Hyundai Jar Oil RV. Идет GL5 7590. Это синтетическое масло. Оригинальный номер его идет 022-00-00-120. Набираем шприц. Закручиваем пробочку. Подтягиваем ее. И смываем масло. Заливаем масло шприцом. Залили масло. Вот видно, излишки подтекают маленько. Для того, чтобы лишнее выкинуть, можно крутануть пару раз колеса. Вот я когда крутанул, оно начало выбрасывать. Вот сейчас видно, все успокоилось. Закручиваем пробку. И затягиваем ее. Смываем подтеки масла. Очистителем карбюратора. Все, замену масла в заднем редукторе мы закончили. Идем, меняем в переднем мосту. Он же мост, он же раздатка, является в едином корпусе. Ставим тазик. Сливная пробка у нас на 24, а заливная пробка, она же уровневая. Вот она, под шестигранник, на 10. Откручу пробочку.
Хочу посмотреть. А масло в раздатке перелито. Сливаем, потом открутим уровневые. Маслица тоже чистенькая. Масла здесь мало. Сливаем. Слилось масло. Закручиваем пробочку. Заливаем масло. Залили масло. В раздатку получилось 600 грамм. Лишнее стекло. Закручиваем пробочку. Пробочку немножко намазал герметиком. Она была... без герметика, хоть она и с пробочкой, то есть с колечком уплотнительным. Смываем старое масло. Все, на этом замену в редукторе заднего моста и в раздатке переднего моста мы закончили. Всего вам доброго.